нам важно, значит, держать вот эту структуру игры, от которой мы требуем, ребят. Значит, когда работаешь с командой, значит, не всегда у тебя есть достаточно времени, потому что ребята сейчас уедут в клубы, значит, и каждую секунду, можно сказать, каждую тренировку приходится использовать для того, чтобы дать какой-то импульс и рост команде. Поэтому надеемся, что в будущем будет все хорошо, но, опять же, я исхожу от игры к игре отхожу. Нас ждут впереди тяжелейшие матчи. Мы знаем наших соперников очень хорошо. И сегодняшний матч – это был еще раз подтверждение того, что у нас равная группа. Несмотря на то, что у нас есть заделы определенные, но это еще далеко не решение задачи.